Лиса, разговор сейчас про тебя, про лисицу. Вчера подписчица заметила, говорит, глазик болит у лисицы, что нужно полечить. Но тут у нее это не болезнь, а ее озорство. Она у нас постоянно копается в земле, как только ее без присмотра оставишь. И когда она копается, она еще и мордой роет очень сильно, и земля ей попадает в глаз, в оба глаза. И потом они у нее, естественно, раздражение получается, она чешется и слезится. Но это чисто по ее глупости. Это, то есть, не заболевание какое-то у нас, не конъюнктивит, ничего. Мы к врачу ездили, все спрашивали. То есть нам прописали капли какие от раздражения. А она вот такая вот, по Костюше, вот такие вот дела творит. Это я тут уже все поправила, то есть все разровняла. А она прямо вся туда закапывается и наводит там широду беспредельную. И, естественно, вся земле, и то, что морда еще и роет. И, конечно, в глазах у нее тоже земля. И она пытается же лапочками себе, вот этими лопаточками вот так вот себе делать, делает раздражение. Я как сразу же вижу, ее хватаю вот так вот, все хватаю вот так вот. Вот так хватит ее делаю и бежать. Глазки промываем, капельки закапываем, да? Но иногда бывает такое, что только капли закапал и отвернулся, пока все убрать, и дверь не закрыл. И это мчится, говорит, мне так хорошо, можно копать с новой силой. Да? С новой силой можно копать. Вот такая она у нас сестрица-озорница, да? Маленькая. Маленькая, но очень озоровашка. Вот насчет земли она самая большая озоровашка. Еще и шейх помогает. Где помощник? Вот. Шейхунь ей сильно помогает в этом деле. Но мне кажется, это она его научила. Ты же научила, ты первая затейница начала. Да, ты такая затейница. А у тебя сидит такая скромненькая прямо. Девочка говорит, не-не-не, это не я. На кого бы спереть это все, да? По земле на твоей морде все становится понятно. Так что глазик у нас нормально все, ну просто приходится капать, когда вот это озороваш сильно она озорует. Ну, эти маленькая красотулька. Ну, а всем желаем крепкого здоровья, замечательного настроения. Всего самого-самого прекрасного. Да? Да.